Так, мед. Это горчица. Мед для того, чтобы румяная корочка была. Такой маринад для своего шашлыка приготовила команда из Краснодара. Пока женщины колдовали над мясом, мужчины готовили угли. Участников готовили в кулинарной студии, чтобы маринады были поразнообразнее, потому что все-таки мы привыкли к такому классике дачной, к луку, перцу. Поэтому, чтобы это все-таки был конкурс, решили чуть-чуть обновить репертуар. В открытом первенстве Юга России по приготовлению шашлыка соревновались 10 команд. Главное условие – участники должны быть не младше 55. Ведь кулинарный турнир проходит в санатории знания в рамках декады зрелого возраста. Сюда приехали команды со всей страны. Шашлык – традиционно кавказское блюдо. Наверное, невозможно себе представить город Сочи, курорт, путешествие в Сочи без того, чтобы не отведать классного шашлыка. И поэтому, когда мы предложили на заседании оргкомитета организовать в Сочи день шашлыка, идея была поддержана с большим энтузиазмом. Самый аппетитный шашлык выбирала профессиональное жюри. Оценивали не только вкус мяса. Нужно было правильно организовать рабочее место и соблюдать технику безопасности. А еще важна подача блюда. Оценка совершенно объективная на самом деле. Оценивали по органолептике, оценивали по тому, как шашлык готовился, как замачивался. Я ходил, смотрел по всем столам, наблюдал. Пока команды жарили мясо, гостей санатория угощали тоже шашлыком и напитками. Развлекали кавказскими танцами. Ну а по итогам турнира победу одержала команда из Алтая. За 70 лет такого у меня не было. Что-то у меня были призы, были первые места, были, все было, но такого приза не было. В тройку призеров попали Уфа и Самара. Шутят, доказали, что жарить хороший шашлык умеют не только на Кавказе. Ну а победители в качестве приза получили сертификат на отдых в санатории знания. А это значит, что они обязательно вернутся сюда снова. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.